Добрый день, друзья! Сегодня это третье видео за мой день. И я хочу вам снять, кто-то просил меня снять видео в магазине. Поэтому ну, давайте начнем. Магазин называется Aldi. Сейчас Хуберт поможет мне одеть перчатку. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Du weißt aber, dass in Deutschland das nicht so einfach ist. Du kannst nicht einfach filmen, die Leute und so, ne? Du musst ein bisschen versteckt machen. Ja, aber ohne... Komm her, ich liebe dich. Soll ich ein Foto machen? Aber sicher! У меня развязалась этот, у меня телефон в руках, Хуберт, данки еще, их любите. Habe ich auch nicht gemacht, durchgelassen. Окей. Ну, берем тост обязательно. Я беру такой темный тост. Не чисто белый. Zwei Äpfel. Ich denke, es kommen die Feiertage, ja. Так. Ja. А, здесь у нас хлебный отдел. Schwarz Brot kaufen, Hubert in. Bonfurt, ja? Ja, das kaufen wir dann. Schwarz Brot kaufen wir. Honig? Ja. Ja, diese. Mhm. Hubert хочет купить мед. Геркулес. Schreiben, aber wir kaufen auch. Ja, aber. Immer. Vielleicht mit Tee. Was? Mit Tee trinken. Schokolade auch. Okay. Diese. Was ist das? Probieren. Okay. Die Сладости находятся. Шоколад. Шоколад комплект? Да. Да, шоколад. Как ты здорово говорил, да? Этот шоколад недорогой, но вкусный. И мармеладки обязательно. Твой издание все в Альфисту. Я. Я вот учила Хуберта пить пепсиколу и есть чипсы. Только я вам сказала про это, и Хубер покупает чипсы. Да, вот что? Так вот. Отучила. Называет. Най-най, на лесгу. Хуберт. Ангебот. Купили грушу. Стоит ойрос 79. А, филе где? Окей. О, мой, как их любят. Я люблю персики, нектарины, но пока не ищем. О, лимоны, цитроны. Wenn du auf Zeug drauf drückst, geht's kaputt. Mhm. No? Andere kauft es dann kaputt. Hubert, Bananen, bitte. Ah,
Хуберта биопакет. Я фюрмюль. Я. Aber ich denke keine. Какие классные кашпо для цветов. Они такие, как пластики, а на вид, как будто бы это прям вообще замечательно. Стоит 15 евро. Machen wir heute Hackfleisch und Spaghetti? Ой, их... Или Pizza? Pizza und aber ich bisschen Suppe gekocht. Für dich auch, Suppe? Ja. Noch. Aber Pizza, ja, ich Pizza auch. Ich, мяг, ich auch möchte es. Pizza? Ja. Pizza, ja. Mhm. Ну вот, сегодня мы будем делать пиццу, и я сготовлю суп. Это такие у нас здесь принадлежности. Так, это тоже надо. Ну, драй штук сухаузе. Я фюркация. Я. Мы все в масках, перчатках. Стараюсь снимать только низ, чтобы люди не попали в камеру, поэтому... Возможно, будет что-то не очень хорошо. Ну вот здесь я могу поднять камеру. Это мясной отдел у нас. Сегодня мы закупаемся на неделю. Холодильник у нас, конечно, практически пустой. Такой набор сельдереем я кладу в суп, очень вкусно. А, я. Угу. Так, теперь паприку. Хуберт, биты, вот блау, я, они что? Я их вайс, абы их мак. Он говорит, дорого. Но я люблю пожарить. Так что... Извините. Так. Хуберт томатен, окей? Ду? А их... Хе... Томат, окей. Я хочу взять для супа. Для супа набор. Вот. Это свинина.
А вот говядину нашла. Я очень люблю такие вот суповые косточки. Ай, момент. Ай, ног, Юденки, ног. Я ног. Я только рот, окей? А, салаты, Хуберт. Аух. Окей, дузель пстихе. Ой, вот так разговариваем. Окей, ты впих. Где непонятно я. Смотрите, какие прям. 2 килограмма. И стоит 4,59. Вообще классная цена. Думаю взять. И я очень люблю вот эту курочку. Я auch probieren, sehr gut. Ja, ja. Взяли. Не знаю, что это за, возможно, салат, дрессинг. Хуберт, вас да? Салат, дрессинг. Соус. А? Фюрсупе, я. Я, мой кубик. Белый. Да, мы можем это скульптировать, мы должны на них. Да, это один вухо, я. Хуберт, салат. Это сметанка. Мы берем сразу штук 5. Ой, сейчас дождусь Хуберта. Не знаю, как получается, возможно, все мелькает, но вот потом покажу, насколько мы купили всего. Zwei vielleicht. Здесь вот все со скидками. Кстати, очень-очень дешево. Здесь вот рыбные деликатесы. Хуберт делает очень вкусный салат. Яблоки специальные такая вот. Готовые уже продают. Сейчас, если я увижу, вот уже здесь рыба вместе вот с таким соусом. Очень-очень вкусно получается. Причем я вот именно в Германии попробовала, знаете, сочетаемое, для меня несочетаемое, да, но мне понравилось. Очень вкусно получилось. А, Хуберт, за обе заны. Это да фоне, да? Я. Любишь ли био? Nein, das ist egal. 55 dort auch. Wie viel? 5. Так, für Pizza, Хуберт. Für Pizza. Pizza. Ja, für Pizza du brauchst. Ja, ich habe ja daheim. Так, ну, про мясные, конечно,
очень нравятся вот эти штучки. Их мёхте aufzeigen. Leute aufzeigen. Achso, willst du mitnehmen für Salat? Für den Salat? Ja? Okay. Das ist es. Oh, ich probiere nicht. Darum, okay. Так, мне нравится очень вот этот свиной. Я всегда им покупаю. Очень вкусное. Ну, салями обязательно. Вот это очень вкусная штука. Колбаски с орешками. И салями. Салями. Так. Теперь что еще? Пельмешки есть, но пельмени покупать не будем. Пицца. Пиццу у нас Хуберт сам делает. Замечательную пиццу. Так, теперь из сыров. Всегда покажу вам, что я беру Мансдамер. Ну, Мансдан наш по-русски. Я все время брала тоже там также, в России. И он без лактозы. Я. Ja, heute Montag. Mozzarella. Kokosöl. Ah, okay. Ah, Hubert, Käse für Pizza. Oh, mein lieblings Joghurt. Я? Так, что еще у нас? Айран возьмем. Я 5 штук, Хуберт. И пакум мильх я, айн пакум. То есть мы берем сразу упаковку, 10 штук. Вот Хуберт берет айран, он стоит 39 евро, но изумительно вкусный. Мне очень нравится. Так, и бутер, их денки драй штук, Хуберт. Это вот у нас для кофе. Пить. Я? Zwei? Я. 66, 3. Мильх, Хуберт. 66, 3. Их денки дизе. Хуберт, во. Берем пакет молока. И яйца. Филект яйца драй штук, Хуберт. Я драй штук. А, ай? Окей. Най, варум. Он хочет яйца купить домашние, вон. Окей, хорошо. Так, теперь что у вас? Что еще? Это у нас все есть. Хуберт, их денки. Масло. Я Куркин, Хуберт. Ой, ну что, друзья, вот такая вот у нас тележка получилась с молоком. Вот полная. Ну, думаю, что около 100 евро мы заплатим. Все, всем мира и добра. Просто подходим на кассу. И пока-пока.